Новый 47-й творческий сезон открыли в Дворце культуры. Там в минувшие выходные прошел большой праздничный концерт. Дворец культуры славится своими талантами и педагогами, многие из которых носят звание заслуженных работников культуры. На открытии нового сезона побывала и наша съемочная группа. Артисты наши, высший класс, мы ими восхищаемся. Улыбайтесь веселей, праздник начинается! И артисты, и зрители встречают новый сезон с большим трепетом и волнением. Их общая любовь к творчеству снова увлекла волшебный мир искусства. Новый сезон таланты нашего города встретили с новыми силами, хорошим настроением и большим желанием снова дарить радость окружающим. Планы и замыслы у нас очень большие, интересные, увлекательные. Я думаю, все, что задумали, поможет взрослому и детскому населению интересно использовать, проводить свое свободное время. Двери Дворца культуры открыты для всех желающих. Добро пожаловать! При Дворце культуры работают 10 кружков и более 50 формирований. Направления самые разные. Поэтому этот дом творчества всегда полон гостей. На открытии 47-го сезона звучали уже полюбившиеся зрителям песни и танцы. Также были представлены новые номера. В детстве я сама когда-то занималась танцами. Приходилось и петь, и выступать в художественной самодеятельности. Сейчас с удовольствием смотрю, как растут наши молодые таланты. Конечно, очень возросло мастерство наших детей, очень хорошие руководители. Конечно, понравилась вот армянская исполнительница, девушка очень хорошо пела. В общем, я под большим впечатлением. Артисты Дворца культуры – неоднократные участники, призеры и победители республиканских и всероссийских конкурсов и фестивалей. В новом сезоне они планируют продолжить покорять вершины мастерства. Новый сезон открыт, а значит, самое время для новых достижений, оригинальных идей и оттачивания своего таланта.